Всем привет! Это снова мы с нашим хозяйственным мылом. Вытащила из формы. Думала, будет оно у меня застывать до ночи, часов 5-6. Но, как видите, мыло застыло очень-очень быстро. Наверное, часа 2 ему хватило, чтобы застыть. Вот так. Вот что значит кокосовое масло. Как оно быстро входит в стадию геля. Проходит ее и затвердевает. Мыло еще очень горячее. Работаем в перчатках. Все, бумажка нам не нужна. Бумажка свое отработала. Так будет нам для черновой работы бумажка служить. Вот такое мыло, смотрите, получилось. Вот такой брусочек. Вот вам показываю. Видите, уже даже сыпется сверху вот эти ободочки. Очень горячие. Ой, долго держать не могу. Бумажка тут прилипла. Мы ее уберем. Вот такой батч. Так, взвесим. Посмотрим, что у нас на калькуляторе. Показывал нам калькулятор. Калькулятор нам показывал 2,150, а у нас получилось 2,250. На 100 грамм больше. 2 килограмма 250 грамм. Ну, оно еще будет зреть. Это холодным способом мыло сварено. Оно будет зреть, и оно будет еще усыхать. Будет лишняя влага испаряться. Сейчас попробую порезать. Попробуем. Берем остатки. Это у меня кошка тут бегает, бесится, или радуется, или бесится. Да, Греточка, ты пришла помогать. Вот так лишнее убираем. Видите, какое оно? Прям, ой, горяченькое. Вот, лишнее отрезали, чтобы оно не мешало. Все. Боже, как оно твердое. Я его порежу или не порежу. Сейчас попробуем. Так, продолжаем. Берем наше стусло. Попробуем мылко порезать. Вот ножи, которые все инструменты, вот посуда, видите, для мыла, стаканчики, ложки, сито, эти блендер, это все нельзя использовать потом в приготовлении пищи. Ложим. Горячее, я уже говорила, да, мыло горячее. Так, попробуем отрезать. Если я его отрежу еще. Ага. Режется, но с трудом, я хочу вам сказать. Да. Вот, смотрите. Вот такое мылко. Сейчас буду быстро-быстро нарезать. Такие вот кусочки, потому что оно уже готово. Оно уже такое твердое. Это если бы я прошляпила. Видите, как тяжело резать? То на этом было бы все. Было бы помыло. Кусочки, потом вам покажу ближе. Вот пришлось бы этот батч потом раскалывать, а не нарезать. Это я быстренько режу, оно еще горячее, оно еще не успело полностью застыть. Тут вообще огонь, мыло огонь еще. Быстренько режем, потому что оно уже все. Кусочки большие делаем. Ну, это хозяйственное мыло, чтобы удобно было застирывать вещи. Как им хорошо пользоваться? Вот, допустим, на белой футболке у вас какое-то пятно. Вот видите, такое красивое. Белое пятно. Вы взяли, намочили футболку, застирали, вот так затерли мылом и оставили на несколько минут. Можно на полчаса, смотря какое пятно, какое оно по загрязненности.
А потом прополоскали, если все стиралось, или поставили на стирку, как обычно вы стираете. Вот такой брусок. И все. Мыло очень хорошо стирает. Вот девочки, кто пробовали, они знают. И просят еще такое мыло. Отличное. Горячее. С пылу с жару. Вот, я его положу на 4-6 недель, оно у меня созреет. Лишняя влага испарится, оно еще более станет твердым. И будет шикарнейшее отбеливающее мыло. Вот. Слава Богу, что я его не проворонила, потому что я бы его просто не порезала. Был бы такой кусяра. Берешь такой кусок в руку и так... И стираешь. Вообще без запаха, ничем не пахнет. Я его не ароматизировала, оно ничем не пахнет. Такой будет очищающий мылка. Для стирки, не для лица, не для тела, а только для стирки. То вы подумаете, очищающая кожу. Нет. Вот, смотрите, как я угадала, видите? Почти два одинаковых брусочка. Лишнее убрали. Все, сейчас эта мылка будем складывать. Стусло помоем, сложим и отправим зреть. Вот так. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.